Я тебя сегодня звал, звал в Дискорде. В смысле? Ну, кто ты меня звал? Я меня даже в Дискорде вроде не должно было. Когда ты мне писал днем еще, не помню. Короче, это надо будет обнулить список на лут и по новой. Ну тут согласен. Там половина людей, которые подожди. Я тебе больше скажу, там половина из этого списка уже не играет, по-моему. Я вам больше скажу, по этому списку вам как-то похуй. Вы берете, когда хотите, по-моему. Нет, так что список вам не нужен, соответственно. Мы хотя бы знаем, у кого кто есть. Ну вот когда раньше был у нас провокатор, ему было фиолетово, он все равно наш ЖБР. Я, кстати, сегодня его видел. Да че его видеть? Он постоянно в Долоране на этом, на ЛМчике лет. Он то, что спамил, продам лут. Откуда? Давайте только на звездочете без вот этого уже, пожалуйста. Ну так неинтересно, ну коники. Вон, я скрин в лисе скинул. Да там эта лужа не нужна. Я вообще ничего не вижу, верите или нет? Называешь, да, где там чё. Если даже Элем не будет это кастовать, ты все равно ничего не увидишь, если будет другие кастовать. Ну хотя бы поменьше. Но на самом деле очень странно, потому что, ну, у меня лужа отображается корректно вполне, как маленькая лужа. Ну если издали смотреть, то да, она такая маленькая. Если ты в нее заходишь, то уже что-то побольше. Что-то побольше? Ее даже анимацию уменьшили. Типа, сравнивать, если со старой, старая, она прям реально километровая какая-то была там, на пол карты. Это вообще старый, хотя бы что-то можно было на земле разглядеть, а с этой вообще на земле не разглядеть. Смотрите на Яндексе скриншот, у меня точно такая же красота примерно. Ну и нормально, че? Грозовые облака, грязная земля. Просто дискотека из шаманов кулинар. Сначала суп варили, три пирога. Не, анимация типа была бы нормальная, если бы она отображалась только у конкретного шамана, а у всех остальных она была бы прозрачной. Ну. Как вы определяли, у кого должна быть нормальная? Ну, например, я издалека смотрю с удаленной камерой. Мне анимация нравится. Но то, что как она высоко стоит, мне это не нравится. Типа реально, где-то вот на уровне плечей. Возможно. На уровне плечей я это норм. На личах АМ, когда кидали. Прям в осквернение эту ху. Ну вот смотри, да, вот сейчас уровень этой лужи. У меня персонажа. У меня персонажи вот тут до уровня плечей. Ну. Гоблин она вообще перекрывает полностью, можно спрятать. Чувак, не сагрите, только в угол зайдите. А чё, женёк, говорят, ливнул, то что типа из-за лужи, из-за этой, да, типа, что, блядь, кастует лужу, ну, похуй, да? Да, конечно, нет, он потратил свой приор на что хотел, и свалил к старому, как он этого хотел, скорее всего, давным-давно, да и все. Сагрили, да, молодцы, ладно, идём. Ну, как обычно. Ну, не бейте меня. Вы их не убивайте, только не убивайте, пожалуйста. Ну, лучше. Миша, я все вижу. Там еще один пак идет. Да вы хотя бы, вон, почти мертвых добейте.
Флову бьете. Ты ёба. Нет. То чувство, когда мобы сильнее рейда. Он еще и заявился. Вот конченый. Зачем вы бьете легионеров, если надо бить правильно? Хороший вопрос. Ресы. Дайте только отбиться, то вы сейчас пулить будете. И Элбрил бомбить будет. Все-таки Дезурон, он ответил в теме, то что печеньем добавляться не будет, только с робота и кили. А он будет их удваивать количество? Хотя бы под... Остальные в 140 гер. Откуда остальные? Как я понял, ЗС. Ну это что-то наподобие Т4, там же тоже по одной печеньке падает. Ну, это не это, наверное. Но, блин, это не так, чтобы выходить по одной печеньке в неделю забирать. Есть Гера, да, пожалуйста, Павел? Некогда. Усядем. Я тоже. Он сядь дал нормально. Так. Там, блин, сядь. Паразит, усиливай. Паразит. Новый пак и идет, отойдите. Второй пак. Конечно, вот БШ охуять. Кто это с одной ручки? Кто танка убила? Сразу и зайдем с аварии на убил. Мы же заранее выпьемся. Пулите второй плаг, блин. Стопудово каким-нибудь звездопад. Не очень как незаметно подкрадываются. Да шаман да, откидывает. Не... Там никто не откидывал, просто люди стояли. Какой нахуй рядом. Шаман откидывает? Ты чё, блядь, ДД делаешь? Когда ты их можешь станить, блядь. Это первый, а второй не у нас. Почему забирают трэш на себя? Нельзя отдельно, блядь, провиться, стаунтить, блядь, подвести к рейду, чтобы рейд его бил. Да там в контроль берет того, кто-то убит. Народ и три раза брал. Так от я тебе вопрос говорю. Почему ты делаешь? Что ты делаешь до дэша? Мы на трэше, блядь. Типа ты этих мобов можешь стаунтить, ну это, таунтить, блядь. Ты можешь им давать станы, блядь, чтобы они вообще не наносили урона.
Так а вот эти кровостажи они не станется вообще. Можно дать мастан. Они не станется. Это вот это оруженосец станется. Таких тоже зацепили. Идите, ну отойдите же, идут. Там слева идут. Тоже пустая информация, да? Угу. Ура, с третьего пула смогли. Надо ее пользу этих мобов давать. Справиться с мобами, блядь. Ну это же хм. Ну да. Трэш от обычки, блядь, не отличается. Воронки отработали. Надо исправить эту несправедливость. Напишите Дзизерону, что трэш слишком. Там пофиксят, вон на форуме написали, что трэш пофиксит. Типа теперь он не будет спауниться, если босса убиваешь, то трэша не будет. Так что в этом плане проще. Какого босса? Вот он. Ну, допустим, Алара убил, все, до Алара этого трэша не будет. Да. Робота убил, до робота этого трэша не будет, и на робота. Как в обычку. Трэш после убийства босса не будет появляться. Блять, заебись.
админы определенно в правильном направлении работают. Трэш нерфи от босса апают. Мы сюда ходим трэш траить, видишь, с третьего пула. Сплюнь, там еще два пака. Мы сегодня Кир свали имя, да? Если он вали имя, то я очень сильно доволен. Ну как? Шестой кил нужен будет. Кто-то тебе будет постоянно ставить этот? Тот... Нет, ты будешь сбивать косты. Шестой кил все равно нужен, а у нас их сейчас в данной ситуации что, вообще... Что делать, когда это? Что делать, когда трэш, блядь, это? Нерфят, блядь, а босса апает. Что делать? Да не было апа босса никакого, понерфили. Апнули только воплощение бездны. Открывать Сиру Стор. Понимаешь, только хуже. Пишет. Порталы на второй фазе не в 30 секунд, а в 40 секунд. Там два нерфа и один ап воплощение бездны. Ебись, наконец-то напуливать, который цепанулся заживо. Ну чё лучше перестала, да? Злобин, иди под соляру его заведи, скажи, что это он спу. Мы же в прошлый раз с три хила же справлялись. Ага, мы были в 6 на минуту. Я не помню, ну, да, тогда ходили в 3 хила. Ну, да. Мы 50% между прочим оставили босс. А потом не помню из чего. Учитывая, что у нас лучший трай был процентов 30, у гаджета уже 24%. Да. Они его тупо забурстили и сдохли. Равно. Равно, гонка идет. Не можем. Понимаешь, это то же самое, как джоки переводили Алара на вторую фазу, накапливали паровоз этих фениксов и переводили на вторую, но там безвыходный вайп. Здесь то же самое. Миш, самый их лучший трай, это когда они его со второго этажа пулять начинали. И он по ним просто скиллы. Клёво, Лара. Понимаешь, что ты этот? Мы можем сейчас первого пула, блядь, перевести на этот процентаж. А толку с этого, если мы там ляжем? Я не об этом. Там просто народу понавалилось, жоксов много. У них теперь выбора больше людей в рейд. Да не в этом дело, понимаешь, Вава? Стоять, бурстить босса и сливать этих двух адов. Ну, как бы... Короче, пока вы ищете хилов две штуки, я пойду отойду. Ну, просто люди стоят, бурстят босса и адов сливают полностью. Почему мы так не делаем? А потому что адов сливать не надо, их надо лопать лучами. Не-не-не, я имею в виду вот именно лопать, а самим, типа, подбивать босса в основном. Типа, блядь, разделяться надо. Мелики туннелят боссы, РДДшки сливают воплощение. Так, вплоть до второй фазы. Одного ада. Первого креста в любом случае надо сливать. Да не надо, надо всех лопнуть. Это идеально, вот то, что я говорю. Всех лопнуть. Этого не делаешь. Ты стаков на нем не наберешь. Ладно. Две гильдии это делают, почему мы не можем? Покажи там... мне, блядь, вот посмотрел видос Асгардов, блядь. Смотрел видос Асгарда. Блять, у них получается что так, что они, блядь, первого моба сливают. А я посмотрел два разных видоса двух разных гильдий. Трэш лопается. Кто не сливается? Когда мы вайпались от того, что на боссе слишком много стаков было. И вот эти вот лишние стаки можно отдать жрецу. Первый луч можно вообще в босса немного позапускать и распределить по рейду, чтобы там 1-2 стака максимум было на дамагерах. Можете просто прикол в том, что выходят два моба, одного ты ставишь под луч, второго ты не поставишь под этот же луч. Дальше. Один превращается, второй без стака.
И дальше снова выходят еще два моба. И получается уже у тебя три моба на два луча. Как на нем набрать стаки? Ну, половина первого луча уйдет в босса, потом типа настакать оставшиеся на одном. Соответственно, второй луч уже на другого. Ну, потом еще два моба у тебя по рейду гуляют. У тебя получается два жреца, два провидца. Ну, один провидец. Судя из того, что я видел, все получается. Специально смотрел в замедленном виде. По таймерам оно нихуя не выходит вообще. Так там же по два луча, нет? Да. Ну, один на провидца, другой на жреца. Почему не выходит-то? Сейчас засечете время. Выходит, с самого начала сразу же двух лопнуть. Там поочередно будет. Один лопнет, второй с задержкой лопнет. Потом уже будет проще. Одного моба надо первого сливать, чтобы проще было. Потом хоть нормально стаки будут набираться на этих мобах. Потому что на одном из этих мобов ты не наберешь стаков вообще. То есть у тебя один моб будет со стаками превратиться, а потом еще два выходят, и у тебя получается три в рейде моба. А три в рейде моба там, это критично. Пустилкам хз, блять, я бы вообще не выбрасывал на самом деле, пока что. Так что. Мне кажется, равно надо в ДД. Так что в этом плане я не знаю. Лучше не брать. По крайней мере, РДДшкам точно в ДД. Слетаю, тогда скину сейчас. Где Кават? Уже должен быть. Не надо будет моба откидывать. Надо будет. Просто у меня талант от этого зависит. Вкачивай. Не талант, в ДД. Не знаю пока что. Дай подумаю. Нам по-любому надо 6 хилов. Без этого смысла просто нету. Спека все в хила. Окей, тогда в хиле скину училки сейчас. Ну там денчик есть, можно его попробовать позвать. Мне надо еще один танк в любом случае. И это Кават. Желательно. Ну а еще Кават сейчас должен быть. Денчик уходит, не пойдет. Так, у нас получается 5 хилов, да? Можешь шторы попробовать предложить тоже. Холли паладин, блин, нужен, конечно. Хотя бы один. Розария писал что-нибудь или это? Молод и красив. Да. Да, Холли пал бы, бегал бы на танкер, стоял бы здесь. Ему даже бегать бы не надо было. Стайл бы и хилил бы. Так, ладно, получается, Войд, я, Монород. Так, Ворой Евар, Хант этот. Сколько в таком случае у нас получается дамагеров? Ну, ДЦ и ШП тут обязательно должны быть. Не, я понимаю, сколько у нас получается дамагеров? 10-15, да? 15 дамагеров. Типа того. То есть 76 лямов. Грубо говоря, 120 лямов.
два скама. Нас с командиром. Чокер с филеда. Косноязычие на первой фазе, видишь, шляна? Работает, не работает. Локи. Варлок. Я без понятия, я не вижу это проклятие. Ну, значит, надо обязательно его поддерживать. Потому что на второй фазе это будет жизнь не необходимо. Значит, так. Надо сделать так, чтобы вообще на вторую фазу не появилось ни одного воплощения. Потом мы настакаем сил зарядов туда, нам превратится в демона, и уже вторая фаза добивается через воплощение. Там как раз косноязычие надо будет постоянно уже на демон форме поддерживать. Так там 100 стаков все равно, блять, это этот... По 6 могут быть. Нет, нет. Там не 6. Там вообще либо ничего не выйдет, либо по минимуму что-то появится. Не, ну что так как на босса, давай. Нет, нет, нет. Ты если на вторую фазу переведешь и не будет вот этой формы демона, она будет неуязвимой стоять, он ничего не придет. Я уже все перепроверил. Вот если на первой фазе она вот форму лезет, то все, да, пиздец. Во второй надо через нее убивать. Потому что там будет не по паре процентов, а по 5%, аж по 5%. Пять процентов. 6 мобов. 6. Почему 6? Тише переход. Ядов придется вложить так, что не пара. Допустим, в первый два моба одного вот мы убили на каретом круге положить, второго, соответственно, может сдвинуть куда-нибудь подальше. Потому что луж будет до хирища. Ну, народ, потому что босс быстрее переводится, если мы будем через воплощение лоб. Зачем ты сейчас это? Смотри, от чего зависит. Если мы сливаем эти воплощения, то на второй фазе не появляется. А если мы делаем как обычно, они появляются. От чего это зависит? Нельзя убивать трэш в виде гуманоид формы. Самому вот вручную нельзя его убивать. Их должны убивать еще. Нигде даже ничего не написано. Тебе сейчас, вот когда босс набивается, взяли все, рассказали, как там, что сделать. Другие деньги. Ты вот представляешь себе такое? Да можно не верить, мне все равно. Это я, скрытая информация.
И не просто вариант, а единственное решение проблемы для убийства босса. Дальше как хотите. Можно просто так же бить по-старому, охуевать, почему у нас вылезут вот этих соплей, не любим ничего. А то он получает ниже за лучей, да? Класс. На второй файл сам. Вот еще один танк. Алло, это себе как меткости сделал? Да, будет. Мазы, есть. Только вопрос, 5 танков идем или 4? Почему лучше 5? Я лучше. Тут надо выбирать, или 5, 6 килов, 4 танка, 5 танков. 6 хилов это очень важно. Мы без 6 хилов не убьем. Тут да, сумасшедшие цифры урона будут. Во второй фазе будет вообще пиздец происходить. Народ, если ты помнишь, когда мы перевели босса на вторую фазу, она стояла по центру, вылезла 60 дефа, и она была неуязвима. Ладно, лямов 5, там что-то такое. Ну, воплощение бездны, его как пункт сливать не надо. Его доводишь до 35%, он суицидится. Точнее, стоп дамаг на 37-38%, там дотки уже добьют. Вот именно 5 килов, 6 танков. Да, наоборот. 6 килов, 5 танков. Да, народ, дословно. Потому что... Неуязвима она была, потому что она не превратилась в демона. Тёма, магию забить. Да. Нет, мы народ, мы когда вот при мне перевели один раз, она осталась в гуманоид форме, она стояла по центру неуязвимой, было 6 соплей. Да, да. 100 стаков, она превращается в демона, у него получается, появляется баф, который срезает 50% любого урона, зато смелые воплощения бездны снимают по 5% КП. По сути, выжить и убить 6 соплей вот эти, босс упадет. Это на протяжении первой фазы этих стаков нужно стакать, только сильнее. Нет. 8. В первой фазе воплощение вот этого демона на ней появится, это все, это смерть. Только я надо... Я не про то, я про то, что все равно постепенно надо наводить на босс. 6 соплей же не все равно. Если мы трэш через лучи лопнем, не должно быть. Там же просто порталы, как я понимаю, на второй фазе будут, и оттуда уже будут сами по себе сопли эти будут. Там да, будет резко. Блять, если бы просто я мог бы видео скинуть, я бы скинул. Я не могу этого сделать, там ограниченный доступ. Я могу попозже Может, где нам было? Пистач надо будет залить. Ладно, мне не отвечает. В любом случае хилов не хватает. Fall! Fall!
Гена не будет, он на работе. Клоника, ты в комбате или в шаде? Я в комбате. Я игру свернула. Как будет пуск. Смотрю тут кое-что. Резист на тебе будет этот, левитейшн. Будешь кидать, кто залетает. Женуэн, Анкил, Фарада, вы втроем на косте приста. Пускай Анкил будет во фросте. У нас если и так дохуя танков будет, у нас и так ДПС. Ну, мне без разницы, как скажете. Смотри, просто я тебя пробовал. Мысл от Анкила с его 12 тысячами там в файле. А смысл дохнуть, блять, от того, чего? Что... Нам двух КДшек с головой хватает. Вы приста заливать не будете. Вы будете его контролить, пока там стаки не наберутся. Ну, мы сбивать будем, да, и чё? Я в Дискорде звук офф, но напишите мне, пожалуйста, как будет бой. Хорошо, если третий будет на подстраховке. Блять, мы жертвуем просто дохуища дамага просто из-за одного спела, ты понимаешь? Ладно, пришел. Мы ж тогда вполне справлялись вдвоем. Тогда приста заливали, сейчас пристанем. Какая разница уже? Ну, она откатится уже к тому моменту, как будет третий каст. На четвертый каст у меня уже давным-давно откатит. Короче, этот. Женуэна идешь в отдельный канал. Вдвоем там анонсишь ему, когда он сбивает, когда ты сбиваешь. Ну вон танк, я в шестой. То же самое, воет с товатом в отдельный канал. Вы на боссе. Друг другу анонсите, кто когда забирает и что происходит. В принципе, свои задачи вы знаете, так что, блять, вам больше тут слышать нечего. Дружин, ты первый сбиваешь, я второй. Че, вдвоем, да, будете сбивать? Фарада, дайте портал вы... на Нексу. Женуэна, когда сбивает он, чего? Когда сбиваешь ты.
Прости, недостаточно. Нужно больше ярости. Ты уже прыгнул в другой канал. А я два этих макроса сделал. Один на меня, а другой вот видишь на тебя. Получается, там Делорус на меня перед пулом будет кидать, а Локи, если я встану. Ну то есть встану, сразу обнимет. Вот ну делаем так же. Первый ты забираешь, а второй раз я просто агром заберу. Ну, с пола, по крайней мере. Угу. Я там пока первый каст будет, набью агро, а ты стаунтишь, но только это, не вливайся, чтобы агро набора сильно большого не было. Я тоже буду стопать, чтоб на всякий случай, чтобы можно было агром перебить друг у друга. Там такая фигня, что в мелизоне 110% надо, а в РДД зоне 130%. Ну я ж могу, если по агрому будем на одном месте, я могу сальву закинуть по тебе, по мне. Если вот дебаф, который талант, он же уменьшается, и когда он станет 1 секунда, тогда лучше с талантами придержаться. Выжидать больше времени. Ну вот допустим, мне посложнее будет, потому что мне ярость нужна, ну, чтобы меня постоянно что-то дамажило. У меня вряд ли получится. А если ты будешь бить автоатакой? Ярость будет? Да, но ее не так, понимаешь, там 45% стычки казни уходит сразу. То есть 2 тычки и все. Ну вот. Пока тебя бьют, у тебя ярость. Когда он на мне, просто автоатаку включится. Там единственный вариант будет, если я в тебя вмешательство дам. Вот. И если процентаж будет что-то типа у тебя там 100%, а у меня 107%. У тебя типа будет 90, и вроде как я должен буду сыграть. Сейчас посмотрим. А тут какая? Темная или темная, да? Ага. А темная и светлая же она бьет. Ну, да.
получается темная чарка. Без зачета пуляем или как? Ну, написал ботик. А, у меня есть. Во, все. Поехали. Только не спеши, смотри, там, мой... Забрал. Да, без таунта. Выбирай. Сразу стопану. Да я не успею столько набрать агра. Теперь чисто талантами, но как можно меньше сокращать. Забирай. Но все равно не смогу забрать. Даже если крылья прожмут. В следующий раз саливай попробуй на меня. Ну я сейчас забрал. Сейчас заберешь сальву и закину сразу. Вот сальву по тебе закину. Там что-то в агролисте эти. Нормально, нормально, он на мне висит. Я без таланта забрал. Одной сальвы и он на мне. Забирай. Еле успел. Там что-то рейты желают, но все. Ну да, я вижу. Видишь, нормально забирается. Ну, и сальва откадышится, и бабл есть. Ну, СС это крайний случай. Так, в принципе, можно спокойно сидеть. Да, только вот рейд бы не падал, блядь. Дом диван. А, есть СС, отбежал, успел. Прыгну, пока тут канал, пока пула нет. Ага, я тоже. Спасибо. Все сбивал он, и он ходил за мной. Вообще. Так, надо релогнуться, фрейма забахать, блять. В чем проблема была? А? Монород, народ. А мы там с Войном уже свою тактику делаем. Окей. Сейчас релогнусь, фреймы. Бахались. В принципе, нормально все получал, все заебись, мой народ бы не завис, так бы не набрал.
Все было бы ровно. Танки на боссе справляются. Единственное, что каст проебывается. Какой каст? Жица. Дезориентация. Там два человека жмали. Потому что у меня во фрейме он не показался. Сейчас я выберу фокус, будет все показывать. Смотри, вы тупо за каст отвечаете, больше нихуя. Чё, даже босса бить не надо? Ну, блять, если есть свободное время, ясен хуй бьёшь босса. Просто главное, чтобы каст был сбит. Неважно, какой у вас там пиздец ДПС. Главное, чтобы каст был сбит. По максимуму так проживем. Пока что проблем с ДПСом нету. Надо с кастами и с этим. Потом, если будут проблемы с ДПСом, тогда решим, где его взять. ДПС можно где-то выкроить в любом случае. Рыбу ешьте. Так, у меня вопрос есть. Вот сейчас появилась сопля, да? Ну, я ее забираю. Да, под ней АУЕ, да? Да. Ты уведешь ее и все, и дальше продолжать лучево. Да. Все, понял, можно прожаться и... Ну, другого, своего моба дальше забираешь, там как раз выходят новые мобы. Вот, забираешь своего моба и ведешь его, блядь, обратно под луч. Ну да, ну сейчас получается монород 20 таков набрал и сопля появилась. Ну да. Дай проверку. Пошли в рейд. Ой, я, кстати, сапрот забыл быть. Забирай сразу. Стоп. Это уже второй, первый. Сейчас заберу. Сразу забирай, как только на мне стать будет. Забирай. Второй раз тебя охуяли. Увидел. Так, пока не забирай. Не, не забирай, да. То есть сильно, наверное, агро перебил. Ага. Вот забирай сразу. Сразу забирай. И стопни.
Сухую. Либо не сальву сейчас прям. Вот, накинул уже. Ага, плохо. Не знаю, успешный. Без таунта? Успел. Успел, еще врата вон кастуется. Нормально. Сразу забирай, если будет минус так сейчас. Ну, этот дебаф сейчас скажу. Забирай. И сразу стопай. Вот, давайся. Да тут не получится, не успею. Будет быстрый каст 7. Там забрал. Забирай сразу. Так, стукнули. Я там разница решаю. Ладно. Ну да. Ладно. Тут уже смысла нет. Вот я сейчас подожду. Я вот сейчас после каста за этого брата забью. Так, я вроде первый особо не бей. Стак. Забирай. О, забрал. Без таунта. Нормально, знаешь, заберу сразу после того, как на тебя добавлю. Нормально, таун долго висит, секунды 3. Забирай сразу, как на мне добавку увидишь. Забирай. И стопай сальбу. А, не успею. Полиходов. Надо тут подождать. Нету. Бля, не было на мне. А, да? Ага. Забирай. Сальву даю, так что ага, сопай. Ага. Набираю игру. А хотя зачем таунт дашится? Сразу таунт, потому что забрал без таунта. Ага. Давай. Да не восприимчив. А, взял. Там как раз пару секунд, наверное. Это что, таунт, да? Да. Выбирай. Так сразу стопнул. Ага, убивайся. Да и сильный. И таунт там. Леха там таунт жмякает. Он только что был. Не-не-не, я забрал. Забирай. Успел. Бабл есть еще. До последнего не жми, даже если это. Ну каст только если начнется уже. Забрал как раз перед кастом. Если что, у меня есть бабл. Не забирай. Я баблом скину. Диминишена не будет. Почему мне воспользоваться полной диминишен? Все, не забирай. Сам включился. А. Ну, просто набиваю, просто на него сейчас каст придет. У тебя 5%, 3%. Не заберешь? А, ебать. А, нет, у меня не было. Нормально. Убила нахуй. Так, что там? Здесь все сейчас. Блин, жрец сильно лизом и подводит. А, все, падает. Рейд лежит. А там, смотри, босс-то фулл хп захилился, видать. Ага. Ладно, пошли послушаем. В
Спекнуть Анкила, Фаера, и он будет сбивать самый каст и сбивать этот второй каст. Сколько у хилки КД? 10 секунд. В смысле, он каждые 10 секунд хилит? Да, да каждые 10 секунд. Да нет, так, 10. Да. Чуть больше, может. Ну, может, 11-12 будет так. Секунд 20. Ну а толк тут от фроста. Все равно уешь-то не надо. Ну да, тут соло таргет. Давай коня на это, на жреца, и просто Фарада будет анонсить этот свет. Зачем? Пускай сбивают, вам же лучше, блять. Вам не надо отворачиваться, вам надо, блять, просто хуярить этого. Неизвестно, жрец может находиться в любой позиционке. И банально, чтобы вам отслеживать, где находится жрец, это тоже дохуя времени. А чё, у ДК же есть этот, в таланте там, где 100% типа, сбитие коста. А тут там есть, типа, талант на меткость? Ну, типа, заморозка разума не промахивает. Там, кстати, есть одна проблема, там моб спавнится с нулевым агро, и он просто убивает. Я даже без автоатаки уже стою, потому что алоэ не бьет этого моба. Тебе отойти надо было просто. Когда, блядь, появляется вот этот ад синий, блядь, он появляется с нулевым агро. И проблема в том, что если, блядь, вот, грубо говоря, те, ну, танки, которые вводят мобов, получаем, объясняю, в чем прикол. Когда у вас там 18, допустим, стаков, 18 стаков, подведите его немножко дальше на рейндж от рейда, ну, то есть на большой круг. Просто на большой круг его подведите, и